Андрей Кокорин, учитель математики высшей категории, в 31-й гимназии преподает около 6 лет. До этого успел вдоволь покататься по стране. Сам он родом из Казахстана, а одно время учил и питерских студентов. Стать преподавателем Андрей решил в 7-м классе сельской школы. Определиться помогли собственные любимые учителя. Сегодня его стаж насчитывает 30 лет. За это время он научился ладить с учениками. В классе часто слышен смех. Такой философ Ральф Эмертон сказал, что учитель – это человек, который помогает трудные вещи сделать легкими. И вот, наверное, когда я прочитал эти слова, я понял, что, наверное, всю свою деятельность трудовую я именно пытался к этому прийти. Не так давно Андрей принял участие в акции «Как я готовлю детей к ЕГЭ», организованной Департаментом образования и науки Курганской области. В числе прочих учителей математик должен был в течение 30 секунд рассказать о своей работе. При подготовке к государственной итоговой аттестации мы проводим индивидуальный мониторинг готовности выпускников к государственной итоговой аттестации. В нашей школе разработана целая система элективных курсов, начиная с 8 класса, которые помогают при подготовке к экзаменам. Андрей только смеется. Сложно рассказать обо всем за 30 секунд. Несколько раз за год в гимназии проводятся тренировочные работы, чтобы школьники поняли формулировки заданий, проанализировали ошибки и узнали, по каким критериям их будут судить эксперты ЕГЭ. Чтобы вот они не боялись идти на экзамен, я пытаюсь подвести их к тому, что ничего страшного нет. Ну, не получилось сегодня, мы поработаем завтра. Не получилось завтра, рано или поздно мы добьемся результата. Мы решим поставленную задачу. Участвует в этом психологическая служба гимназии и родители учеников. Такой тандем помогает детям снять тревожность и поверить в свои силы. Я хочу сказать, что результаты ЕГЭ и ОГЭ по математике всегда входят в тройку лучших по области. Всегда, вот все эти годы. Светлана Епифанова, Евгения Волкова, Александр Менщиков, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».